Как долго можно принимать амипрозол от изжоги? Если мы говорим про изжогу, то есть проявление рефлюксной болезни, то порядок цифр, когда мы обсуждаем лечение, это где-то там 8, 12, 16 недель в среднем. Именно поэтому обычно мы в эти сроки и укладываемся. При длительном приеме возникает целый ряд побочных эффектов, связанных с нарушением микрофлоры в кишечнике, с высоким риском пневмонии, с повышением риска сердечно-сосудистых событий, с Нарушением всасывания железа, микроэлементов, кальция, магния, витамина В12 и даже анемии. Поэтому, конечно, длительно не надо принимать. Но если уж совсем безвыходная ситуация, такая как синдром Золингера и Эллисона, когда там кислота выше крыши прет а, и гастрины зашкаливают за тысячи, тогда уже действительно это необходимо. Но тогда мы, собственно, нейтрализуем те нежелательные эффекты, которые возникают от длительного приема с помощью других таблеток. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.